Здравствуйте, дорогие подписчики! У нас на наших грядках есть очень хорошие помощники – это пчелы. Без пчел хорошего урожая мы не получим, особенно таких пчелоопыляемых культур, как вишня, яблоня, да и огурцов пчелоопыляемых довольно-таки много. Ну и те же ягодные кустарники опыляются пчелами, малина, смородина. Но самые главные труженики на наших грядках – это шмели. Шмели не так многочисленны, как пчелы, но они имеют перед пчелами целый ряд преимуществ. Во-первых, шмели умеют разогревать свой организм, и они вылетают ранним-ранним утром, когда пчелы еще спят. А во-вторых, пчелы работают и в пасмурную погоду, когда пчел также на грядках еще нет. И шмели устроены так, что они обследуют те цветки, у которых нектар находится довольно-таки глубоко, и пчелам туда просто не добраться. А шмели обязательно обследуют и такие цветки, и поэтому очень хорошо, если у вас на участке есть шмели. В промышленных теплицах специально разводят шмелей для того, чтобы происходило лучшее опыление растений. Поздней осенью шмелиная самка уходит в спячку, спит она и в расщелинах сараев, хозяйственных построек, спит она, зарывшись в дерн, а уже в апреле она вылетает, ищет место себе для гнезда. Гнезда шмели предпочитают делать в земле, используют для этого старые ходы грызунов, они могут использовать старые строения, они могут использовать поросшие травой мусорные старые кучи. И очень хорошо, если на вашем участке поселится шмелиная семья. И еще для того, чтобы привлечь шмелей на свой участок, нужно посадить клевер. Белый клевер является лучшим лакомством для шмелей. Ну и на этой площадке, где у вас будет расти белый клевер, поселятся также мухи-журчалки, златоглазки и божьи коровки. Все это насекомые хищники, которые помогут нам очистить сад от таких неприятных насекомых, как тля. Поэтому обязательно привлекайте на свой участок шмелей, и если они появились на участке, их оттуда не выживайте и, главное, не убивайте. Несмотря на свой довольно-таки крупный размер и грозный вид, шмели кусают очень редко. Это добродушные насекомые, и кусают они только лишь в целях защиты, когда вы сами представляете для них какую-либо опасность. Укус болезненный, но у шмеля нет яда, и поэтому никакой аллергии от укуса шмеля не будет. А если шмели на вашем участке, видели ли вы их? Я очень люблю наблюдать за шмелями, особенно когда они работают на кустиках аквилегии. Сам цветок необычный, и кроме шмелей на кустиках аквилегии не летает практически никто. Пишите нам, делитесь фотографиями, если у вас есть работы шмелей. Ну а у меня на сегодня все.